Всем-всем привет! У нас сегодня третий день в Дубае. Выходим на балкон. Здесь у нас красота, красотищенская. Вчера смотрела карту, как это все выглядит сверху. Получается, у нас раз бассейн для взрослых, два, три, четыре, и там пять, и там еще лягушатник шесть вдалеке. А, и вот такой надувной. Телефон до него упадет вот туда? Нет, не упадет, я его держу. И его как держишь? Двумя руками. Камень? Да. Эрсултан описывался сегодня в кровать. Иу. А если его на доме, то ты его не закончишь? В общем, здесь такое правило, что в ресторан надо заходить отсюда, хотя есть другой вход, можно не стоять в очереди, но очередь якобы удобна тем, что они сразу находят тебе место и садят тебя на место. Вот, чтобы ты не ходил, не искал. Почему-то яйца по шоту вот так они ставят, и потом они не жидкие получаются. Есть еще вот такие, еще и такие. Иди помой ручки. Разборки, часть вторая. Он тебя, наверное, не видит. Эрсултан уже играет. Море такое спокойное, спокойное. Кстати, сегодня мы поедем в Дубай Молл. Наверное, в обед. Решили съездить. Тут недалеко, кстати. Сегодня гораздо жарче, ну, теплее, и вода теплее, все прям купаются. Ой, Эрсултан сидит, там дети крабов в одну лужицу собрали. Вон там, где, а вот фаб. Ой, люблю вот так лежать на шезлонге, на пляже. Мы покатались, кстати, на бассейне, где течение тебя несет, и ты можешь на баллоне сидеть. Прикольно. А если дети боятся, что снизу вода капает, то лучше им не кататься, потому что там есть промежутки, где вода на тебя капает. Вот, но мне очень понравилось, я хочу еще раз прокатиться. Сейчас мы будем заказывать такси и поедем в Дубай Молл. Повернитесь на меня. Hello. Hello. Приехали. Мы обошли здание, потому что нам нравится этот вид, хотим чуть-чуть понаслаждаться. Султан сразу уснул, там рыбки, мы идем, мы, кстати, были в магазине Decision, где я вот эти джинсы когда-то покупала, там все такое необычное, у меня всегда спрашивают, где я взяла, теперь идем в Banana Republic, о, корейцы, в общем, гуляем. Я смотрела много видео, где люди говорят лайфхак, типа, чтобы не покупать билеты сюда.
Можно подняться на какой-то этаж, по-моему, третий, с другой стороны, и посмотреть всех этих рыбок. Но мне кажется, интересно туда зайти, потому что в Астане я была в Думане, очень интересно. Мне вообще такое нравится. Или, может быть, я была маленькая, и на меня это произвело впечатление, но мне нравятся такие места. Классно. Вот, смотрите, стая рыб. Мы идем в Banana Republic. Смотри, вот такие футболки. Какой цвет? Какой цвет ты хочешь? Папа дарит подарки на 8 марта. Сейчас будем себе... Ну-ка, ну-ка, сколько там? Почему маме всегда больше? Я решила Адель и Серсултана взять конфеты, когда они проснутся. Здесь так много выбора. Я себе пока ничего не выбрала. Что-то не знаю, мне... Я такая придирчивая стала. Раньше мне все нравилось. Ерсултан проснулся. Я ему купила его любимые кислые конфетки. Здесь так много выбора их. Мы идем в Марк энд Спенсер. Всем всегда нравятся такие мишки, да? Мне почему-то они никогда не нравились. Ну, то есть я ими не болела. На ком-то прикольно выглядит. Но не знаю. В принципе, она... У него хорошая цена. Но мне не хочется. Королева. Аделина ест малину. Ерсултан там ест ежевику. А мать набрала чаев вкусных всяких. Случайно нашли вот этот фонтан. Да, вот я сколько смотрю, то просто... Язык синий. Ерсултан, игрушки. Вау. Эту купим машину. Пойдем посмотрим еще. Пойдем, там еще есть. Хорошо, мы подождем. А может быть, есть такой смысл? Привет! Hello! Hello! Нам еду принесли. Покушали, посмотрели фонтаны, пофоткались. Теперь идем к такси. Мы приехали к себе в отель. Ой, так смеялись, пока ехали. Ой, все, поставьте на место. Поставьте на место.
общем, шопинг сегодня был в основном только в Banana Republic. Все себе там все взяли, Эрику взяли. Единственное, я себе ничего не взяла. Но я думаю, это наверстаю. Привет. Здорово, отец. Мы ложимся спать. Нам тут нравится. Я Эрсултан. Эрсултан успал. Устал. Спать хочет. Устал. Он перетрудился, бедолага. Чё нового? Жалко, видеосвязь не работает. Сейчас бы Женебек бы шутки травил. Я только сейчас заметила, что там есть утюг, гладильная доска и фонарик. Смотрите. Вот эта доска вытаскивается, утюг и фонарик. Только сейчас увидела. Мы уже ложимся спать. Завтра у Ерсултана день рождения. Будем отмечать. Он уже уснул. Устал от шопинга. Интересно, здесь есть такие двери и заборчики. Их закрывают на ночь. Но люди-то здесь ходят. Немножко непонятно. Вон там живут родители, а где-то там мы. Вот, допустим, вот здесь вот было закрыто. Пришлось обходить. Я иду в поисках чего-нибудь пожевать, попить. Детский бассейн. Ну вот. А вам всем спокойной ночи. В 11 часов здесь уже все закрывается. И он там, он с фонариком ходит, проверяет, чтобы никого не осталось. Здесь есть такой заборчик, где двери все закрываются. Всем пора спать. Вот, всем пора в отель. Такой вот семейный, классный отель. Для тех, кто с детьми, самое то. Всем спокойной ночи и пока!